Практически каждые выходные в Олимпийской деревне будут громыхать салюты. За час группа пиротехников представляет 3 шоу по 5 минут. Между ними музыкальные и световые паузы. За выступлениями команд пристально следят судьи. Судьям не интересна сама стрельба, да, это для зрителей. Судьи смотрят творческий подход пиротехников, тайминг музыки. Это вот правильная композиция, чтобы совпадало, чтобы по красочности было, по оригинальности. Ну, чтобы не заезжены какие-то композиции. А это было красиво, зрелищно и интересно. Сколько стоит красочное выступление, организаторы не рассказывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Всего в отборочном этапе выступят 8 российских команд. Они борются за право представлять нашу страну в финале, который состоится в Сочи в 2018 году.